Вот, друзья, обычный сельский туалет. И лучше кайфа нет, чем сельский туалет. Как пел Юрий Клинских. Может, конечно, он там что-то по-другому пел. Но этот туалет пиздец. Это из туалета, короче, это даже метро, можно сказать. Потому что там, блядь, вход в метро. Туалет в метро. Метрополитен. Вот кто в этот туалет ходит? Это, блин, сразу зашел в туалет и кто-нибудь в темноте пошел по делам и сразу туда поссать. Зашел и провалился, блядь, в метро. Здравствуйте, мужчина. Вы может быть, это не метро? Вы в туалет? Нет, это портал. Тут говорят, туалет платный. Это портал. Портал. Другой мир, конечно. Сразу, ну, тут даже обсуждение не подлежит. Ну, собственно, да, блин, разве будет стоять просто туалет в глухом лесу? Ну, о чем тут речь? Это, блин, все-таки портал. Ну... Бля, вообще, кто это придумал? Стоять железный туалет в лесу. Чего? А ты видал амбразуры сверху? Как будто для автомата. Думаешь, оттуда должны еще и стрелять. Это защитники. Да. Это защитники портала должны там оттуда, короче, стрелять. Это, по-моему, немецкий ДОТ. Нет. Времен, блядь, Второй мировой. Марсиане должны оттуда. Ладно, я понял. Пойдемте дальше по местам боевой славы. Путь. Слушай, ты тут что-то говорил, блин, про какого-то волосатого мужика, который жил в пещере. Да, вон там, да. Вон да, там, да. На... Вон там и сидел, ну, может, бомж, может, кто, я не знаю, что он там делал. Это бухал, когда было, в детстве? Жил, да, это было очень давно. И что, он там выскочил оттуда волосатый? Не, он там сидел спокойно, а мы здесь шашлыки жарили, вот все было так. И что, тут люди испугались? Вряд ли, я думаю, он не представлял для нас никакой опасности. Что, может быть, начнем более продуктивное наше сотрудничество? Да, хорошо. Давай. Уставшим путником я выйду перекрестку, остановлюсь и скину 5 рубах, которые надел еще подростком, в дорогу собираясь по пыхах. Одну из них оставлю позади. В ней слишком много подлости, ненависти, лжи. Вторую я оставлю справа. А она в крови, я вытирал ей раны. А третий пахнет водкой и духами. Ее налево брошу, ведь вы так хотели сами. Четвертую я поселю под ноги, чтоб мягче шлось мне по извилистой дороге. А пятую возьму с собою, она в пути мне будет чистой душою. Нормуль?